Товарищ Петрович, выручай. Ко мне тут счетная палата нагрянула, а мне лимон баксов откат понесли припрячь. Я через полчаса добегу. Давай, давай. Давай, спасибо. Фу, пронесло. Как раз не по моей душе приезжали. Вот так вот. Ну ничего, как говорится, береженого Бог бережет. Давай деньги заберу. Какие деньги? Ну как какие, я тебе вот полчаса назад портфель деньгами занес. Нет, ты что-то путаешь. Да как? Никто твоих денег не видит. Петрович. Нет, вы видели, чтобы он полчаса назад приносил портфель с деньгами? Нет, нет, какие деньги? Никто ничего не приносил. Да вы что, там с ума сошли? Так, попрошу без хамства. Никто твоих денег не видел. А вы свободны. Идите работать. Побыстрее, побыстрее. Извини, ради бога, извини. Вот, Семенович, забери свои деньги. Ты издеваешься? Ты что, не мог сразу мне их отдать? Ты для чего я этот цирк устроил? А для того, дорогой ты мой, чтоб ты знал, с какой сволочью нам с тобой приходится работать в нашем министерстве. Тост за успешное окончание честных выборов. Ой, гениально, гениально, Алексей Степанович. Да, трудновато пришлось. Ну, трудновато. Сам. Да, Николай Иванович. Да, закончили. Все отлично. Все ваши замечания по результатам голосования внесли в итоговый протокол. Да. Да, поправили. Да, да, да. Ну, конечно, конечно. Что? Наблюдатели? Все нормально. Отлично, отлично. Наблюдаю. Еблое место. 2 часа стоим, и ни копейки. Да, тихо. Как отдохнули? Молодцы! Ну что, завтра на этом же месте, да? Машина? Машина. Топ. Менты. Вот они, голубчики. Клиент, дозрели. Берем, когда тронется. Вперед. Водитель автомобиля Ford 287. Немедленно остановитесь. Приказ, вы немедленно остановитесь. Давай, аккуратненько. Дежурный инспектор, капитан Капустин. Гражданин, почему в пьяном виде находитесь за рулем? Немедленно выйдите из автомобиля. Ну что? Ну что, капитан? Я неделю капли в рот не брал. А ну дыхни. Странно. А ну пройди туда-сюда. На, пожалуйста. Как это, Андрей, так? Пристать?
Я что не понимаю. Ты же минуты назад из ресторана на карачках в эту машину свою заползал. Дело в том, что в нашей мужской компании я сегодня дежурный по отвлекающему маневру. Понял меня? Пока. Привезли всего. Телевизор и приемник привезли. Почту и продукты привезли. Вещи привезли. Северный завоз, однако. Мало-мало странные подарки. А в чем дело? Да вот, телевизор включил, там Путин. Приемник включил, там тоже Путин. Газета открыл, там обратно Путин. Консервы, однако, боязно открывать.